Друзья, всем привет! Я вчера сидел и думал, что если я сейчас не начну проводить свои дни максимально эффективно, если буду просто так же тратить очень много времени впустую, то у меня не получится ничего достичь, и я просто не раскрою свой потенциал. И поэтому сегодня я решил, что сегодняшний день это будет лишь маленький шаг к лучшей жизни. Я постараюсь просто этот день сделать идеальным, постараюсь его максимально эффективно провести. Значит, вчера перед сном я написал план на день, и все, что остается, это сегодня просто выполнить все пункты и сделать день максимально полезным, максимально эффективным, и просто в конце лечь спать спокойной душой. Давно я уже не свешивался, и будет интересно узнать именно свой вес сейчас. Сейчас моя цель это просто убрать лишний подкожный жир к лету, прорисовать пресс, поэтому у меня сейчас другой план питания, другой план тренировок. Сегодня у меня будет тренировка верха тела, но я ее покажу вам позже, а сейчас в те дни, которые были у меня реально эффективные, что я делал, это первый час я определял тому, чтобы полностью проснуться и войти в работу. Это я просто выпил чашку воды, потом шел принимал контрастный душ, потом делал растяжку, потом уже только был первый прием пищи. Я уже забыл о таком чувстве, когда день только начинается, но у тебя уже много чего выполнено, и ты очень классно заряжен и настроен только дальше и дальше выполнять другие задания, которые ты запланировал заранее. И самое главное то, что я выполнил одну из ключевых и важных задач. Есть такое правило успешных людей, что стоит скушать лягушку утром. И как раз эта лягушка – это одно из тех важных дел, если ты его выполняешь, то уже день прожит не зря. И очень классное чувство, когда ты это делаешь, а день только начинается, и это очень продуктивно. Поэтому будем другие дни также продуктивно работать. Сегодня будет короткий день, потому что я хочу лечь пораньше, чтобы завтра встать в 5 утра. Потому что как был такой период, когда я вставал в 5 утра, тогда те дни как раз были самые-самые эффективные. Значит, сегодня еще я еду в город по делам, дальше я еще хочу скупиться, и потом будет тренировка в зале, тренировка верха тела. Так, друзья, я думал, что сегодня буду заниматься своей качалкой, но меня позвал мой друг Валентин в свою. Значит, Валь, что мы сегодня качаем? Сегодня качаем спину и бицепс, и попку. Я смотрю, я здесь сразу чувствую, что здесь атмосфера качковская, а не то, что в моем спортзале. Да? Так, разминку мы уже сделали, и теперь первое упражнение. Валентин, правильно я делаю? Бля, ну да, по идее. Я должен только крылья чувствовать, да? Да. Ты руки максимально выключай. Короче, это Кашиф, он одноклассник Валентина. И они здесь тренируются вместе. Давай на 10 раз. Что ты сделал? 10. Ого. А интересно, вот такие атлеты, как вот эти все топовые из Ютуба, вот эти инстаграм-модели, они сразу начинают со стероидами. Я не думаю, что они... Потому что у них не было такого, что он на массе, да? Ты видел Сайда жирным? Не. Он сразу красавчиком. Не, ну у него генетика офигенная. Как думаешь, тот чувак именно слева? Химик и натурал? Блять, весит 60 килограмм. Не, ну он сразу видно, да? Но все равно красиво смотрится, просто чисто из-за того, что мышцы. Сухой раз и темный цвет кожи выглядит красивее. При нем лучше видно вот эти разделения мышц, сечения. Смотри, сколько у него бицуха. 35 миллиметров. У меня такая в 6 классе была. От турничков. Но все равно хорошо смотрится. Серьезно, тренировка очень долго длится, уже час прошел. Потому что настрой, я же говорю, одному лучше, потому что интенсивнее получается. Ну да. Или вдвоем. Малец трансич питер. Вифель? Трансич. Зато здесь просто атмосфера классная. Погоди, что еще ебанем на спину? Там сзади вот тут. Там был, чтобы реально гормон роста поднялся. А уже не поднимется, мы уже долго занимаемся. Махмалец фунсит. Ой, махфун. Я хочу еще турничок сделать. Турничок и все потом? Не, а что еще есть? Что-то есть еще, на да? На спину имеется в виду. Потому что я больше 4 упражнений, это дрочка. Ну да. Натурал вообще одно упражнение делаю, стану у тебя будет подтягивание 2 и все. Я ком. Вайтазу. Потому что это дрочка. Давай.
2. Guck mal, der hat gechillt wohl die ganze Zeit, ich schwöre. Ich spüre meinen Rücken gar nicht. Да, да, хват за жёстко. Так, последнее упражнение на бицепс. Не, всё-таки в этой качалке намного лучше, но... Но так как у меня контракт на 1.5 года, то это будет очень тяжело отказаться, почти невозможно. Я бы, конечно, хотел бы здесь тренироваться. Какая лайтовая тренировочка сегодня. Но всё равно рад, что позанимались хоть так. Завтра тренировка ног. Потом будем приходить в форму, потому что летом будет очень реально классно. У нас очень много крутых идей с Валентином. И что нам только остается, это просто привести себя в форму. 2 месяца, чтобы просто прорисовать, посушиться так хорошо. И все. У нас есть реально такие классные идеи. Поэтому на этом все, ребят. Я думаю, что вам этот влог понравился. Так что пишите комментарии. Мне будет очень интересно узнать, как вам вообще зайдет ли такой влог.